этой выставки очень точное название – «Сокровища». «Сокровища полковых музеев». «Сокровища» в смысле тех ярких произведений, которые представляли эти музеи. Но, наверное, главное сокровище – это те уникальные реликвии доблести, храбрости и героизма, которые мы сейчас представляем. Российскую историю и российскую военную историю разделить практически невозможно. Нравится это или не нравится, но это так, это наша общая история, которая во многих аспектах, даже, я бы сказал, военная история превалирует над обычной историей. Но не надо их делить. Эта выставка бесспорно выполняет одну очень важную и серьезную функцию. Она, с одной стороны, воспитывает людей, особенно молодежь, и, с другой стороны, прививает дух истинного патриотизма, уважение к своей истории, знание своей истории. И в этом смысле, без преувеличения, это очень важная функция, которую выполняет эта выставка, как, собственно, конечно, и весь Государственный исторический музей. Память, а память делает нас людьми. Вот именно такая память, о которой рассказывает сегодня выставка, она как раз говорит еще о эмоциональном чувстве гордости и погруженности и коллектива, который работает над каждой выставкой, ну и посетителя, который придет обязательно и узнает, и увидит то, чем гордится, и все наши исторические факты. Офицерство – это не только про армию, это про великие географические открытия, это про культуру, про сохранение наших исторических корней, про науку, про музыку, про многое-многое то, что делает нас той страной, в которой мы живем, нашей Россией. Мы уверены в том, что дети, молодежь, которые сюда будут приходить со своими родителями, со старшим поколением, она еще раз в душах, в сердцах откроет гордость за наши достижения. Военная история России, конечно, она пересекается и с другой историей, и с промышленной, и с культурной. И вот в нашей компании есть предприятия, которые были основаны в 18 веке и празднуют уже свой 300-летний юбилей скоро. И поэтому нам нужно очень бережно относиться к тому наследию, которое мы получили в свои руки. История предприятий, история людей тесно переплетается с историей нашей страны.